Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Мадам Трикоте. Серия называется Merino Gold. Здесь в 100 граммах 400 метров. И в состав входит 60% мериносовой шерсти и 40% акрила. Как вы видите, исходя из состава, преимущественно здесь преобладает мериносовая шерсть. Соответственно, изделия из данной пряжи очень теплые, при этом их можно сделать как тоненькими, исходя из вязания в одну ниточку. Можно сделать более плотными и теплыми, если будете вязать в две ниточки. В целом пряжа очень хорошая, хорошего приятного кручения ниточка на протяжении всего вязания. Единственное, попадаются небольшие участки ниточкой контрастного окраса. То есть немножечко бывает светлее, чем сама ниточка основная, но совсем буквально по чуть-чуть. То есть, в принципе, если вы вяжете изделие, то это, скажем, не кидается в глаза, а как бы становится как единым таким вот полотном. Вот. Пряжа достаточно мягкая на ощупь, приятная к телу, то есть из нее можно вязать как аксессуары, так и верхнюю одежду, так и какие-то различные кофточки, свитерочки, пуловеры. Вот. Мне она в целом очень сильно понравилась. Здесь производитель рекомендует спицы использовать 4-4,5. Единственное, что я так бы не горячилась. Почему? Потому что ниточка достаточно тоненькая. И если вязать, к примеру, 4,5 в одну нить или четверочкой, то получается очень рыхлое изделие. И в дальнейшем при носке и при, скажем, тепловой обработке изделия может хорошо потянуться. Поэтому я рекомендую, если будете вязать в одну ниточку, то использовать спицы потоньше, то есть 3-3,5. И, конечно же, в зависимости от узора. Если же это, опять же, таки лицевая гладь, спицы чуть-чуть потоньше. Если это какие-то жгуты, переплеты, косы, различные там какие-то объемные рельефные узоры, то, соответственно, использовать спицы потолще. Вот. В целом пряжа очень приятная, из нее получаются отличные кофточки, отличные изделия. Даже, в принципе, я вязала ребенку аксессуары, то есть шапочку со снудом. В принципе, пряжа не колется, то есть ребенок не ерзался, хотя это часто очень бывает. Вот. И, ну, в принципе, изделие получилось достаточно теплое. Здесь производитель рекомендует, как и всю пряжу, для ручного вязание, также ручная стирка, то есть изделие стираем руками. Здесь нарисовано, что можно гладить и отпаривать. Но, честно говоря, я бы рекомендовала только лишь держать над паром изделия. Почему? Потому что глажка может сильно деформировать ваше изделие. И получится, что неожиданно рукава станут по колено, и изделие, скажем, превратится из маленького в очень огромное. Поэтому, чтобы этого не было, и чтобы ваше изделие долго прослужило, то гладить я все-таки не рекомендую. Ручная стирка до 30 градусов, можно даже в прохладной воде. Вот, обязательно не выкручиваем изделие, а просто немножечко жмакаем, даем ему стечь и разлаживаем на горизонтальной поверхности. Сушка, конечно же, до полного высыхания на горизонтальной поверхности, и изделие не храним на плечиках. То есть обязательно в сложенном виде на полочке. Конечно же, кто что вязал из данной пряжи, обязательно напишите в комментариях. Я с удовольствием послушаю ваши отзывы о данной пряже. И не забудьте лайкнуть. Спасибо вам, что остаетесь на моем канале. Делитесь моими видео с друзьями. Всем хорошего настроения. Нажимайте колокольчик снизу, чтобы быть в курсе новостей, которые появляются на моем канале. Пока-пока!